может себе позволить прийти днем в театр, чтобы насладиться игрой наших актеров? Ответ – школьники. Этих счастливчиков сегодня освободили от занятий и пригласили в театр смотреть «Алису в стране чудес». Полтора часа волшебства телепортировали детей в сказочный мир Алисы. Кто не читал Льюиса Кэрролла, после спектакля обязательно возьмут книгу в руки. И, скорее всего, в мыслях будут герои со сцены. Сказка интерактивная. В театре совсем недавно начался театральный сезон. Актеры успели соскучиться по зрителям, поэтому диалог у сказочных героев и школьников не прерывался на протяжении всего спектакля. На сцене два фаворита всех зрителей. Алиса в голубом платье и забавных гетрах, она же актриса Валерия Соколова, и кролик. В жизни кролика зовут Ева. Это сейчас девочки на сцене создают волшебный мир. После спектакля быстро в гримерку. Задача – разгримироваться и бежать дальше по своим актерским делам. Для вас Алиса в «Стране чудес» – это про что больше? Про что? Про, знаете, про мечты. Я думаю, мы все с вами сейчас салфеточку выкину. Мечтаем всегда и каждый. И когда вот такие сказки происходят на огромное количество детей, это, конечно, особенно когда есть интерактивы с залом, это великолепно. Они дают такой... Они свеженькие такие пришли, думаю, их с уроков еще сняли. Они такие радостные этому. И очень такой большой поток энергии от них идет, чистый, искренний. Я попала сегодня в гримерку к фаворитам, как оказалось. Здесь и Алиса, и кролик. Все верно. Заяц, кролик очень обижается, когда его называют зайцем. Это почему? Правда. Ну, потому что я кролик, белый кролик, королевский белый кролик, вот. Что, заяц и это другой персонаж. Заяц это другой персонаж, это мартовский заяц, мы с ним не в ладах, он там со шляпником, я это другое, я с королевой. Ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, что я сегодня буду кроликом. Да, именно так, так и происходит. Честное слово, вот я просыпаюсь, я понимаю, что сегодня буду кроликом, и это шикарно. Это восхитительно, я в восторге. «Алиса в стране чудес» – не премьерное произведение в репертуаре актеров. Кто еще не успел его посмотреть, у вас будет такая возможность в новом театральном сезоне. Приятного просмотра. Приходите обязательно, мы вам всегда рады.